Итак, всем привет, дорогие друзья! Я думаю, все успели заметить, что эмиссия XRP уменьшилась на CoinMarketCap, потому как она была 45 миллиардов монет в обращении, сейчас их 35. Так ли это на самом деле, или что-то все-таки от нас скрывает CoinMarketCap, или неправильно работает? Мы разберемся в этом видеоролике. Кроме того, мы также разберемся, сможет ли очередная пандемия на планете Земля как-то все-таки столкнуть XRP, да, и также разберемся, развивалась ли технология Ripple, развивался ли токен XRP во время пандемии COVID-19. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем. Что касается рынка криптовалют, нужно отметить, что за последнее время рынок криптовалют довольно-таки интересно восстанавливается. Видим, что Dogecoin имеет уже стоимость 70 центов, то есть до доллара практически рукой подать. Да, осталось 30% роста. И, соответственно, также мы видим, что другие альткоины хорошо себя показали на недельном таймфрейме. Если мы говорим за последнее время, что же случилось, сейчас биткоин имеет стоимость 59 тысяч долларов, еще практически недавно, минут 50, а то и даже час, его цена была около 57 тысяч долларов, да, присутствует на рынке повышенная волатильность, да, и биткоин торгуется свыше 50-го мувинга, средний скользящий, что определенно дает надежду на бычий сценарий и отметку район 65 тысяч долларов биткоин обязан скоро взять, если, конечно, закрепится на дневном таймфрейме выше 50-дневной скользящей средней. Если мы говорим про XRP, то многие, конечно же, задают вопросы, как так, эмиссия XRP уменьшилась, а раз уменьшилась эмиссия XRP, то его стоимость должна была, конечно же, возрасти как минимум на 20%. Дело в том, что эмиссия XRP не уменьшилась, это некорректное отображение на CoinMarketCap, и если мы зайдем на официальный сайт Ripple XRP, то здесь на данный момент написано, что в обращении находится 46 миллиардов 30 миллионов токенов XRP. И поэтому никто не уменьшал эмиссию. CoinGecko, другой сайт, альтернатива CoinMarketCap, который также показывает метрики криптовалют, он показывает, что токен XRP имеет обращение 46 миллиардов 30 миллионов токенов. Да? И если мы будем с вами заходить на официальный сайт Ripple и смотреть информацию, то действительно оно так и есть. Поэтому никто не уменьшал эмиссию XRP, никто не блочил какие-либо токены. Все как было, так в принципе осталось. Поэтому здесь в данном случае глючит метрика CoinMarketCap. Как бы хотелось, конечно же, чтобы это действительно было так, чтобы XRP эмиссия уменьшалась. Но я считаю, что XRP хватит того, что 20 токенов XRP навсегда лочатся на вашем кошельке, потому что это такой некий взнос, чтобы завести кошелек XRP. И также хочу отметить, что при каждой транзакции, отправке, тоже определенная часть XRP, там миллионная часть одного XRP, она сжигается, что дает, в принципе, антиинфляцию XRP, что в перспективе повлияет очень хорошо на цену токена XRP. Если мы говорим про, опять-таки, то, что же наделал COVID-19, действительно, в принципе, богатые богатели, и действительно ли технология Ripple развивалась и сам токен развивался, мы узнаем после небольшой рекламной паузы. Ну, спонсор видеоролика, честно, надежный проект, которому можно верить и на котором можно делать большие деньги, это CryptLeaks.com. В данном проекте реально можно увеличить свой криптопортфель на десятки тысяч долларов, так как команда данного проекта одни из лучших специалистов по трейдингу на рынке. Проект просто супер, был проверен на честность, выплачивает быстро вклад и накопленные дивиденды без всяких проблем. Это, правда, один из лучших проектов на рынке, где можно надежно заработать очень хорошие деньги. Рекомендую ознакомиться, ссылка на проект в описании под роликом.
Что касается токена XRP и COVID-19, то действительно мы можем сказать, что богатые кошельки только увеличились, и пандемия COVID-19, она только укрепила токен XRP. И вот почему. Дело в том, что богатый и самый богатый пользовательский адрес XRP сейчас содержит более 730 миллионов XRP. И также нужно отметить, что данный кошелек занимает примерно 1,5% от всего обращения XRP. Также что нужно отметить, что здесь, конечно же, есть токены, которые не активированы. Да, и при первом взгляде обнаружено, что большинство адресов в богатом списке были адресами биржи или принадлежали самой Ripple. Также, что необходимо отметить, то что здесь история транзакций такова, что первая сделка в конце 2017 года, она состоялась более крупная. Также нужно отметить, что адрес получил массовое поступление от криптобирж Kraken и Bitstamp. Несколько бирж доказывают, что это не обменный горячий холодный кошелек. И также нужно отметить, что последние данные поступают с отдельных адресов, возможно, из небиржевых транзакции, то есть они, люди не могли определить, что это за XRP, потому что здесь эти адреса не могли принадлежать отправителям именно какой-либо бирже. И здесь нужно отметить, что на данном адресе, одном из самых больших, XRP накапливается с 2017 года. И нужно отметить, что сеть Ripple стремительно растет на фоне COVID-19. Например, RippleNet, платформа Ripple для обеспечения ликвидности по требованию, только что продемонстрировала самый высокий уровень ликвидности за всю историю. Кроме того, Ripple набирает обороты среди институциональных инвесторов, что является еще одним хорошим знаком. То есть это говорит о том, что богатые кошельки богатеют, как ни крути, они холдят Ripple XRP. И на текущий момент времени мы можем действительно заметить, что сейчас остается 6 аккаунтов с балансом свыше 1 миллиарда XRP. Кроме того, мы видим, что 15 аккаунтов содержит XRP с, значит, 500 миллионов до 1 миллиарда XRP содержится на счетах этих аккаунтов, да, и в принципе мы видим, что действительно киты есть, и их довольно-таки много, большое количество. Другое дело, что вот есть здесь определенная штука, как от 0 до 19 XRP содержит тот или иной адрес. Это именно те адреса, которые просто заводили свои XRP, и, например, холдеры, которые верили в XRP, держали XRP, в итоге завязали с XRP и вывели свои XRP. Таким образом, они не смогли бы вывести те самые там, значит, 19-20 XRP, но так как XRP 20, и так как у нас есть метрика от 20 до 500, мы можем сказать, что эти отчасти адреса, особенно вот эти адреса, это все замороженные адреса, то есть это не активные адреса. Таких адресов 267 тысяч, да, хотя всего кошельков это около 3 миллионов, но тем не менее с 20 XRP по 500 XRP здесь мы видим, что адресов больше, чем 2 миллиона. И дальше мы идем по следующим ступеням, где видим, что вот те самые там оставшиеся, грубо говоря, 800 тысяч содержат более 500 XRP, да. И, конечно же, в этом плане, конечно, здесь можно сказать, что тут богатые киты и так далее, они более верят и более склонны холдить XRP, нежели те, кто имеют мало денег, да. То есть те, кто имеют мало денег, конечно, они имеют до 500 XRP, а те, кто имеют довольно-таки приличные суммы, вот их, в принципе, большинство, вернее, меньшинство, да, то есть это 800 тысяч от почти 3 миллионов. Это может говорить о том, что крупные дядьки что-то знают. И если мы говорим про то, что каждый второй холдит XRP, каждый второй держит XRP, каждый инвестор, конечно, заходит в XRP, это не так. Это не так. И вот эти крупные дядьки, крупные кошельки потом будут продавать свой XRP по 10, 50, а то и даже 100 долларов. Поэтому пока я считаю, что это тихая гавань, и, в принципе, нам об этом также говорит статья
Да, и на фоне, конечно же, COVID-19, в принципе, Ripple, конечно, довольно-таки хорошо справляется. Что нужно также отметить, что здесь можно сказать, что Ripple кошельки требуется плата за активацию в размере 20 XRP. Многие биржи не взимают комиссию в размере 20 XRP. Это именно потому, когда вы на Binance, например, завели, ну там по умолчанию уже кошелек XRP, вы кинули туда XRP, Binance не будет взимать у вас XRP, 20 XRP, потому что это уже их кошелек биржи, да, и там изначально уже была активация, да. И здесь нужно отметить, что многие пользователи предпочитают хранить XRP на биржах, а не в личных кошельках, именно потому, что здесь идет, значит, активация в размере 20 XRP. Это говорит о том, что пользователи имеют небольшое количество средств, чтобы жертвовать теми самыми 20 XRP, и нам метрика богатых кошельков это, конечно же, показывает. Соответственно, мы можем сделать вывод, что киты и крупные инвестора, их сейчас в XRP очень много и определенно больше, нежели тех, кто только пришел на рынок криптовалют, имеет немного денег, и, в принципе, эта тенденция была и до этого. Поэтому это очень позитивно, то, что крупные инвестора имеют много XRP, а мелких инвесторов, ну, то есть, довольно-таки крупных, очень мало. А что касается Goldman Sachs, то он предложил клиентам беспоставочные форварды на биткоин, и здесь индеев развивают наши возможности в области криптовалютных инструментов с денежным расчетом. Определенно здесь можно сказать, что это позитивно скажется на биткоине, то есть цена уже биткоина там 59 тысяч долларов, недавно она была 57 тысяч долларов, то есть это хорошая новость. Что касается Илона Маска, то он, конечно, предостерег о том, что криптовалюты могут упасть, и он призвал с осторожностью инвестировать в криптовалюты. Криптовалюты это многообещающие, но, пожалуйста, инвестируйте с осторожностью, заявил он вчера в Твиттере и также прикрепил видеоролик про криптовалюты, про то, что он думает по поводу Dogecoin, да, и этот видеоролик еще снимался в феврале месяце, поэтому то, что Илон Маск предостерегает с осторожностью инвестировать в криптовалюты, это говорит о том, что я думаю, что 50% роста у рынка уже прошло, ну, то есть 50% в общем роста, да, то есть криптовалюты на полпути прошли бычий цикл, и я думаю, что это так и есть. Я думаю, что еще осталось 50, там, ну, где-то примерно, может, 40-30%, куда могут двинуться еще криптовалюты, да, и определенно тогда мы уже будем понимать с вами, ну, что выходить из криптовалют нужно. Почему и откуда у меня такие умозаключения? Это потому, что здесь мы видим, что XRP не перебил свой исторический хай, в отличие там от эфириума, да, тот же Litecoin, нужно отметить, что он подобрался к отметке 370 долларов, даже, возможно, выше, но здесь его исторический максимум был на отметке 420 долларов. Поэтому еще есть куда расти, и определенно рынок крипто будет расти. Те, кто были крипто недооцененными, еще себя не показали, они обязательно себя покажут. Ну а с вами был Криптофтей, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Надежный проект, в котором реально можно зарабатывать каждый день хорошие деньги, это Criblis.com. Рекомендую поставить видео на паузу и прямо сейчас ознакомиться с этим суперпроектом.